чиллер Галетти, итальянский бренд, всем известный по изготовлению котлов и другой там техники, в Украине достаточно популярный. Вот, он абсолютно новый, не был ни разу в эксплуатации, но ребята на заводе умудрились его немножечко при погрузке помять, и поэтому они его не могут, как новый чиллер, не могут продать. Есть небольшая вмятина в ламелях, которая, по сути, выравнивается специальной расческой, и на функционал это никак не влияет, а чиллер в результате новый абсолютно. Вот, такой вот небольшой, 37 киловатт. Да, тоже подойдет для разных небольших предприятий. Один компрессор Danfoss, пластинчатый теплообменник. Значит, вот здесь у нас вентиляторы 4, установлены вертикально, вот, ну, для того, чтобы его сделать каким-то компактным, узким.